положительных откликов. Всем это очень дело понравилось. И было принято решение, что в следующем году, начиная буквально с мая месяца, мы продолжим снова нашу, так скажем, дворовую гастроль в различных районах нашего города. Так что сегодня мы проводим праздник, будем с вами веселиться, попрощаемся с вами до следующего года. Ну а в следующем году снова ждите нас, мы приедем и с удовольствием будем дарить вам радость общения, радость от выступления наших коллективов, потому что все, что мы делаем, это мы делаем для вас, уважаемый наш зритель. Ольга Павловна, скажешь что-нибудь? А я хочу сказать, что мы всегда работаем, мы не работаем, мы создаем праздники, и эти праздники получаются тем лучше, чем больше вас, дорогие наши зрители. Все лето мы были с вами, были в разных дворах, ну а теперь не бывает плохой погоды, просто не бывает с собой зонтика. Ну а если даже зонтика нет, в Доме культуры всегда тепло. Приходите к нам, это наш любимый дом, дом, где живет праздник. Мы вас любим. Приходите. Со мной, если ты познаешь жизни путь совсем другой, удача всегда, на повороте скорости я не сбавляю. И говорят, что высоко смотрю на всех, но это вовсе не легко постигнуть успех.